Видосика врубай. Итак, мы продолжаем свой стрим с игры Bad Piggies. Под пивко. Под пивко все легко, как говорится. Поехали. Опа. А что тут надо делать-то? Доехать до финиша. Да вы пошли ментально. Ну это как бы легко, а ты какой-то это уровень. А, я понял, выбрал. Я выбрал второй уровень. Сейчас посмотрим. Так. А что мне расширяется? Подожди, тут можно в принципе расширить, наверное. А ты продолжай нажать. Вот. Записываем. Хоп. А что сделать-то надо? Ставь доехать до конца. Не, ну это понятно, тут же скролл, нужно мышки уменьшить. Да это что-то вообще-то хрень какую-то сделал. Так, так. Вот так. Ага, попади в ячейку. Попади в ячейку. Поехали. О, нифига. Шайтан, на двух поедем. О, смотри. Не-не-не. Короче, тут надо чуть двинуться, она по инерции скатится, а потом подняться. Ну, так-то все нормально. Отключай. О, надо было отключить, Саня. Ну, я сейчас поедем. Да ну, нихера себе, ты крутишь. А ты что то шайтан. Это жесть, это нихера себе. Это круто было. Я в Bad Piggies, я чемпион. Ты даже сальто провернул, ни хрена. Оп, оп. Поехали. Ты в курсе, что тут это... Баланс надо учитывать, все дела. Какой нахуй баланс стоит? Ну как? Хоп, хоп. Поехали. Ты что, тут физика натуральная? Да это понятно. Что, тянет, да? Там где-то мотор какой-то, это электрический, слабоватый. Нормальный мотор. Сейчас тут заглохну. Опа! Поехали. Еще все подарки собрал. Ни хрена. Че? Круто. Ай там. Не ребенок даже. Ну ты че? 5 лет проходит это все. Да. Ну тут-то жестко. А что за хрень-то? Ну ты, короче, можешь. Подпрыгнуть? Ударить, что-то? Да. Ну ее надо как бы это ставить. Нормальное русло. Да, короче, что надо сделать? Вначале посмотри с куролом, отодвинь. Пофиг, что надо сделать. Вот она так не поедет. Поедет. Не поедет, я тебе говорю. Опа! Она так не... Надо было, чтобы она от стенки отбилась, туда по инерции покатилась. Понял, понял. Сейчас сделаем. Поверни ее. Как это? Вот. О. Вот так вот, да. Вот. Я победил! За 3 секунды правда. Ну ладно. Так, сейчас секунду. Вообще по ступенькам. Бапинки, я чемпион. О, 3 звезды, нифига себе. Так, чё тут? Хуяк, хуяк. Как ты чё, хомяк? Я заработал. Сейчас я смогу.
Ясно. О, опа! Ну и что тут надо было сделать? А что же хрен сделать? Ну ты это скроллом отдалил. Да это что-то жесть какая-то. А, надо было вверх туда подлететь. Сейчас, еще раз. А как вверх подлететь? Ну подожди. Короче, свинью ставь. Ну либо так, да. Сейчас, давай. Во! Опа! Три звезды, пойди. Молодец, круто. Так, точно. Ну что-то шайтан какой-то вообще. Тут 10 этих аж. Нет, ты вначале посмотри за задание. Скроллом удаляешь, куда надо приехать. Мышку можно пролистнуть. Просто проехать. Это херня, главное оттолкнуться от стены, а потом все, она сама до этого доедет. Ну, блин, я не знаю. А, еще какой-то карапуц обмел. Может быть. Да все, как бы, этого хватит, я думаю. Ну, попробуй. Ну, в принципе, все. Да докатишься, Да, понятно, что это случится. А за что-то три звезды здесь. Да, ну две точно взял, мне кажется. Да. Ура. Так, ты что за шайтан? Подкован в этой игре. Ёптить, все. Я прошел почти. Ну как прошел, серьезно что ли? Почти. Я тут в эти уровни, кстати, не играл. Я тоже. Но я систему понял, что поросенка надо довести до конца. Не, ну это цель. Но... Ну а как бы система-то и система. Да это и херня. Не получится. Поехали! Хоба! Надо было вначале посмотреть, что там сделать. Похрен, что сделать. Да ты сейчас по кругу будешь, блядь, по кругу будем мотаться. Ага. Ой. Поехали. Нет. Короче. Куда ты? О, туда надо. Короче, о, блин. Надо. А, смотри, короче, прикол. Надо сделать, чтобы ты ебанул. Упал. Да. Под низ. Место. Смотри. Нет. Сейчас нет. Я сделаю. Блин. Нет, ты сейчас ничего не сделаешь, смотри. Не сделаешь ты ничего. А, вниз надо. Да. О. Ну это тебе повезло. Хоть одна звезда, но есть. Тебе просто тупо повезло. Так, тут что? Что-то шайтан какой-то опять. Что, он переворачивается, а? И повезло. Переворачивается. О! Что, он переворачивается? О! Только что это? Это какая-то жесткая. Какая-то жесткая вообще. Я не понимаю, что ты хочешь построить. Не знаю, что ты построишься. Тут я хоп,
Я чё? А чё, куда это далеко? Да их хрен его знает. Ну ты это, отдали. Поехали. Чё? Да он вперёд едет у тебя, блин. Там мужикам свинку попу включил. В смысле? Прямом. Ты провалишься. Не туда. Ой, короче, давай я пройду за турель легко. А что такое? Ох ты. Надо оттолкнуться от той этой. От того ящика. От стены вот от этой. Да. Вот эту руку поменять. Не так. А как? Вот так вот. Только вот сюда ее поставь. Не, ну вот так сделать. Ага. И, ну, как бы по идее, да. А куда? Где финиш? Там. Блин. Изначально не так надо было сделать. О! Вот. Поехали. Да ну, да ты все сейчас разбил. А сейчас пройду. Не-не-не. Нет? Надо колеса туда еще пиндюрить. Вот эти вот колеса вставь. А, колеса. Точно. Сейчас удар рукой. Да. Опа! Стопы! О! Да. Я пройду, что ли? А где финиш? Там где-то. О! Пошел. Круто. А я две звезды. Казалось бы. Непонятно, зачем он будет. И двигателя нету, да? Вообще не есть. А по этому скролл умеешь посмотреть? Где финиш? Ага. А, короче, тут надо что-то долбануть. Так, перелететь, перекувыркнуться и это. Yes. А, не получится. Надо это, вместо вот этого первого колеса поставить вот эти две перчатки. Во, кстати, да, вы заранее. Хоба! Эй, застрял что-то. Раздели. Перчатку чуть-чуть отодвинь. Не. Да. Ну попробуй, может быть, на канале. Сейчас сорвешься, блин. Перчатка надо было. Давай. Сейчас давай. Да что ты? Подожди, давай подумаем. Короче, нужно соблюсти именно баланс. Я понял. Давай я покажу. Хорошо, куда прилететь? Подожди, что-то я не то сделал, да? Ой. Мы это пишем? Да, мы пишем. Пишем. Ну! Давай. Потому что это петля какая-то есть. Петли нет.
Подожди. Ставим сюда свинью, ставим эту. Фон? Японский магнитофон. Ой-ой-ой. Да, если выкинуть. О, потянуло. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну! Врубай. Во! Ура! Шайтан. Хоть одну. Хоть одну, но взяли. Ну, на самом деле, уровень был такой непростой. Чтобы попутать чего-то. Да ну это жесткий, конечно, это. Реально, 30 минут. Пинкс. Что, прошел что ли этот турель? Нифига. Да ну. Подожди, что надо сделать? Надо ехать. Да куда? До конца. Ну покажи. Ну блин, да тут дело-то, ёлки-палки. Ты сейчас проезжаешь, перепрыгиваешь, все. Тут лишь без этих надо, вот без звезды. В смысле? Без пипок. Ну вообще, реально проехать? А тут колеса-то нету как. Ну давай. Ну-ка еще раз. Да погоди. Да погоди, тут, короче, да приколы есть. Я вот так вот. Да я. Да подожди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Опа! Опа! Да, свинья вывалялся. Смотри, прикол. Давай я тебе покажу. Круче всего. Тут можно просто одну свинью оставить. Она упадет с катится и докатится до финиша. Думаешь? Ну, можно и так сделать. Я были такие уровни, серьезно. Да? Нет. Хотя, может, и докатится. Ай-яй-яй, чуть повыше ее просто надо поднять, чтобы она инерцию набрала. Хоп. Хоп. Да не, да что тут, да? Подскочить ей надо еще. Подожди, смотри, не согласен. Сюда ее поставь в угол. В угол? Да. Не, ниже, 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 ниже. Самый низ. Вот сюда. Мне кажется, проканает. Нет. Ну, сука, ящик не дает. Не дает. Надо ей подскочить еще. Ебу еще подскочить. Блин. Ой, нет. Ну, все ж так просто на самом деле. Ага. Не-не-не.
Думай. Думаю. Можно повыше одну свинью оставить. Она как бы инерцию наберет. Надо уже все брать. Это поможет там. Опа! Хоп! Ну тут как бы вот этот косяк. Нет. Как его обойти? А, Саня. Сейчас посмотрим. Ну вот как бы да, ты сейчас свинью долбанешь, ну да. Ну, в принципе, это то же самое. Она сейчас как бы затормозится. Так-то она неплохо набирает. Тут ей не хватает. Короче, доля везения нужна, я не знаю. Уровень на самом деле простой. Опа! Может быть. Может быть что-то. Ну-ка. Опа, 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 да ну. Офигеть. О, все делаю здесь. Ну это круто. Это вообще мастерство. Да, ну это простая. Ну вот видишь, тут как бы такие уровни непонятные. Они в это заблуждение на самом деле вводят. Ой, это что за хрень-то? Что-то я такое не видел. А я сам не знаю, что это такое. Что за пушка? Ты же сказал, всю игру прошел. Такую не видел еще. О, да. А, так она еще отдельно идет. Так, попробуем что-то на фигне. О, ага, это типа это. Соска. Лебедка. Тогда ее вперед надо ставить. Ага. Это лебедка у нас. Лебедка, лебедка. Ну попала. О, нифига. И все что ли? Круто. Что-то ну ты да, раздень, посмотри. Ты уже сразу строишь. А, да ты херня. Да наверх надо подняться. Типа включить и выключить резко. Давай, включай. Вот. Нормально. Ну ладно. Так, тебе надо вот так вот объехать, да, я так понимаю? Правильно? Да. Туда ты не проедешь. Да ты не проедешь. Как ты туда проедешь? Саня, посмотри. Это нереально. Реально. Ага. А нет, ничего. А что туда? Надо вниз ее как-то направить. Если вниз попробовать, она как раз бац, чуть-чуть тебя продвинет. Попробуй. Сейчас посмотрим. Не, все правильно. Но ты меня не понял. Она на том же месте, только внизу должна быть. Внизу? Да ёлки-палки. Да нет. Все нормально. Вообще ты меня не понял. Правильно все. Ну она сейчас типа повыше ее поднять, она разгонится. Еще раз, поднимай. Все. Ну, до ящика можно поднять, она
Проедь сейчас. Заткнуться. А я? Давай, 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 давай. Да, да, да. Ну, как бы это круто, конечно. Можно было попробовать так. Тут игра, на самом деле, очень такая. Не знаю. А? Реально интересно мне, если понимать, что это. О, то вообще две клеточки. Тут этих нету. Оно, видишь, заблуждение. Пизда. Шайтан какой-то вообще. А нет других вариантов. Ну пробуй. Ну же покрепче. Фу, блядь. Повыше попробуй. Вверх. Как повыше-то? Ну вверх, вверх какой, да? А, вверх. О! Хоп! Хоп, 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 хоп. Да ну, ну вот видишь, круто. Физика. Знаешь, без этой. Без звезды. Ну-ка, сейчас попробуем. Мы три звезды пойдем. Да блин, тут не получится. Надо повыше его поднять вверх. Она как бы так, раз маятником качнется. Вверх. Она. Вверх она не поднимается. Во, вот так вот, да. Отпускай. О! Хоп! Хоп! Во! Yes! Круто. Так, здесь надо как-то этот трамплин преодолеть. Либо на этом камне. А, нет. Ну, в принципе, то же самое. На укос сделай эту липучку. О, только. Вот, блядь. Да ёптить. Вот так, да-да-да. Ага. Шайтан. А, на вишне прилипает. Да ну. А, подожди, подожди, подожди. Наверх, наверх, на крышу свиньи. На крышу свиньи её можно. Вот так вот. Ну, блин, ты расшири её, пошире сделай телегу. Пошире как? А вон еще у тебя в запасе осталось. А, еще одна есть. Ага. Зачем ты отпустил? Сам виноват. Ты зацепился, конечно, она бы ее подтянула. Вот, блин. Понял. Надо отпускать, было отпускать, да. Да-да-да, сейчас. Во! Ебана. Ничего себе. Вот алкашня, блядь. Проходит до пункта. Я говорю, у меня ребенок ее проходит, блин. Да как так? Ну так. Что там сочиняет? Ага. Надо, наверное, так же вверху, она заверх ее цепанет. Бабанет. Тут же обычная физика, я тоже вначале думал. Блин, игра детская, а хрен-то там. На самом деле тут очень много интересных моментов. Да. Инженерных именно. Да, да, да. А он все застрял. Эти сута. Наши собрать на себя. Да дрыхнул же я, ты чё? Понял.
вид снятый. Смотрит? Ну, я его включил. Ага. Кола! Ну зачем ты так сделал? А что надо было? Куда доехать? О. Ну, бросит просто... сито, что ли? Да. Это как бы это... ерунда. Наклон. Надо было взять. Наклони, вот так, да-да-да. А и вперед? Угу. Фиг. Ну, как вариант, может, чуть-чуть назад. Какое это положение? Да что ты? 20 правых. Повыше ее подними, чтобы у нас сальто прокрутило. Сейчас докатится. Нет, не докатится. Не даст. Давай, чтобы сальто было. Давай. Да что ты, блядь? Можно и так, можно и по-другому. Да что ты такое? Раз, сальто и все. Вверх, что ли? Ну, конечно. Да вверх, да как ты делал до этого? Давай. Сильнее, ну или так. Все, понятно. Ну, круто. Ну что, ну да, разогнаться я советую. Да нет, смысл тут, да, мотор вверх поставил. Мне кажется, это не поможет. Не, Саня. Сейчас поставим. А, тут вот. Вот эта херня должна быть сверху вообще. Впереди. Да нет. Не прокатит. Не прокатит. Я тебе говорю, не прокатит. Давай. Нет. Стой. Кола! А, блин, надо спать. Да ну. Мне тебе повезло. Такого не должно было быть. А оно сделалось. Это нереально. Ну тут как бы строишь, подтягиваешься и дальше там поедешь, едешь, ничего сложного. А, чёрт. Подтягиваешься. Сейчас. Два движка. Нет. Оба. Надо было сюда потянуться и вверх. Лишнего поехали. Вижу. Достал. Надо вверху поставить эту пружину гребаную. А движок тут оставь. Движок оставь. Угу. Отцепляй. А, ну понял. Направь его как бы так. Блин. Колец. А?
Открывай. Что ты творишь? Что то Направление смени. Ну или так попробуй, я не знаю. Вот. О! Это то, что надо. Промазал что-то. Стоп, а? Да, можно так перекнуться. Вот. Отпускай. А-а-а, я успел. Сейчас, сейчас. Ну, сейчас даешь. Стоять! Ну, что ты сделал? Все, движок остановить надо. Ну, конечно. Так, сейчас, сейчас. Так, еще раз. Ну, уже не вовремя. Ну. Отпускай. Так, стопы, стопы. Ну что? Да ты что, елки-палки? Рано. Попробуй переставь эту фигуру. Да, для себя усложнить. Сюда, да. Нет, ты угол сделай нормально. А, угол. Угол, да, да. О, о, да, да, да. Ага. Ага. Сейчас, погоди. Хоп! Хоп! Эй! Чуть-чуть не успел. Ну, чуть-чуть. Нормально, кстати, было. Опа! Да, нет, да. Не пошло. Нет. Не пошло что-то. Хорошо, ну, дождал. Короче, смести ее эту. Да, на центр. На центре. Ну, все будет нормально. Угол тоже сделал, тоже. Все, почти. Да, да, да. Сейчас. Стой чуть-чуть. Я а тут. Что что-то? Ну почти. Нет. Да как так? Саня! Да что-то тут, что-то не то. Сейчас просто. Сейчас это. Снова! А. Раньше надо было. Валилось колесо. Оп! Поехали! Поехали, поехали, поехали! Ну, вовремя только остановись, чтобы не перескочить. Опа! Круто! Ладно. Ну вот видишь. Все ж просто.
Да ёпта. Да это вообще херня. Да херня, тут ничего нету. А, ну бутылки обычные, что ли? Это ерунда вообще полная. Это самая опасная бутылка обычная. Чем не опасно? Не доехал, видишь? А если две направить? Можно одну направить, чтобы ты как бы тарты собрал на танке по сборке. Ну это, конечно, самое легкое, самое крутое. Ладно. Так, а тут скатиться вообще надо. Поросёночек, давай скатывайся. Да ну. Опа! И все что ли? Все. Ну это что-то как-то непонятно. Уронил Машу, блин, то сложнее, да? А, тут туда все дым надо съехать. Попробуй просто одну свинью отправить. А? Да нет, ты меня не понял. Сейчас она отправится куда надо. Хоп! И назад. А нафига бутылка тебе? Не знаю, надо так. Да можно было просто свинью без ничего. Докатилось же. Да это понятно. Тупо свинью отправить и все, она бы докатилась бы. Так, по свинью попробую. Это где? А, ну тут она, видишь, в карман попала. Она закатывается. Тут без вариантов, да. Тебе надо какую-то штуку сделать. Такую. Шайтан. Автобат. Хоп! Хопа! Нет, это не то. Тоже не то. Вот если вот так вот. Типа такой штуки. Ну можно даже попроще было сделать бы. В другую сторону надо ее отправить. Вот. Ну а нет, пойдет. Пойдет. Провалится. Провалится, черт. Хопа! Ну, давай. Эй, тесы-то. Не доходилось. А как тебе доехать? Доехать надо вот так. Нет. Сейчас посмотрю. Нет. Мальчик упал. Да пойди, как бы, ну типа того, что ты делаешь, да. Хоп. Сейчас она. Хоп. Нет. Что-то не то. Что-то не то. Не хватает инерции. Нет, смотри, Сань. По-другому. Свинью составил. Три колеса даже. О, нихера. Давай. Ай, две этих. Ну ты что? Для облегчения. Давай.
хоп, а иди справа. Да, справа. Да это смысла не имеет. Хоп. Ну как бы да. Нет. А если просто сильнее отправить? Можно пропить? Нет, просто свинья в рейтле поставить. Сюда ее поставить верхнюю. Все. Ага. Вот сюда в карман повалится. Ну. Газа нет. Надо ее газануть. Можно просто, да, вот так вот отправить ее на подпитку. И да, можно даже без колеса. Ну, я тебе скажу, ты на правильном пути, но не совсем. О, вот это. Оно. Ну, в принципе, оно, но это изначально можно было похуже построить. Ова! Ова! Вот и финиш! Я ну! Нифига себе! Тупо надо. Вот это же серьезнее. А куда надо заехать? Да. То есть вот так, вот так, вот так, потом вот так. Нихера. А двигана есть? Есть один. А даже два двигателя. Опа! А, все. Ну что, типа она сама проедет? А? Эх, сука, в конце нет, не хватает чуть-чуть. Не отключил ты? Да, отключил. Ну ладно. Ну вот, видишь, я поговорил. Оказывается.
Пальто. Что так взлетелся, ну? Ты, короче, по методу упрощения, да, идешь? Да. Вот, видишь, он потихоньку идет. А что там свалить? Стоп! Опа! У нас схватился типа. А, здесь, сука. Схватился. Не хватает ему. А надо туда прилететь? Туда перелететь надо еще. Ты двигатель ставь. Нет, фигня. Сейчас посмотрим. Может, фигня? Хоп! Снова! Фигня это все. Хоп! Нет. Он больше разгон. Двиган ставь. А свинью меняй на двигатель, и она тогда это... Блин. О! Вот это то, что надо. Нет. Совсем. Нет, зачем? Просто свинью меняй на двигатель, и свинью куда-нибудь в бок, как бы. А колесо вообще-то можно, я не знаю. Ну это надо как бы посередине делать. Да. Честно, сейчас баланса нету, она может туда-сюда качаться. Надо вот так делать. Оп. Ну, тут херня такая. Да? Ну типа. Да посмотрим. Может быть. Да, слышь, охуительно. Она сейчас вверх. Она не туда поедет. А, видишь, у тебя уже отвалилось. Двигатель, короче, не туда пошел. Давай. Блять, он назад не скатится. Да как? Не скатится. Есть. Катился, да? Ну, уровень такой, тяжеловатый. Спать ты не хочешь? Не знаю. Не знаю. Сейчас пока так один. Нет, ты смотри, если спать хочешь. А ты? Да я-то нет. Так, ну что, стороны, может быть, это вверх слает. Я сплю, когда мы едем туда, на место. Я на заднем сиденье сижу. А Саня что, спереди сидит? Да? Отпускай. Ну, там можно было спрыгнуть, по идее. Сейчас попробуем спрыгнуть. Ну, как бы... Куда надо-то? Чуть-чуть раскачаться и... А, вот туда. Ну подожди, ты что, на горе? Уже не выйдет, нет, не увидишь. Может быть, двигатель. На самом деле тут как бы... Оп! А, вот в этом моменте. Все, понял. Сейчас. Оп! Да, блин. Нет.
Попробуй двигатель переставить. Вот сюда, ага. Сейчас сразу разница. Я развернулся. Поменяй местами свинью с двигателем. Может быть, тоже повлияет довольно-таки сильно. Двигатель тяжелый, как бы раскачает его. Ну что ты? Да, блядь, что-то я не попал. Так, сейчас. Вот! Да. Так а ты что-то зачем ты его туда дернул-то, а? Сейчас. Там дернул. Надо бы. Да. Вот она. Как говорится, видишь. Главное не машина, а водитель. Три звезды. Пожалуйста. Пожалуйста. Это круто, конечно. Три звезды. Ой, это что-то шайтан какой-то. Тут что, с присосками надо делать? Сейчас я, блядь, замучу его. Да и что тут? Что он завис-то? Что он не падает? Что он не падает-то вниз? Он не будет тебе падать. А что он не падает? На голову. Все поломается. Поломается. Сейчас его... Задрочу, он упадет. Зря, тут, мне кажется, все гораздо проще. Куда надо приехать? Слышь, с присосками по-любому надо. Ну и ладно. Одна, вторая. Одна присоска сверху, одна вторая снизу где-нибудь. Или вот, там. Вот так вот. Чего не падает там, блядь? Свинью вместо мотора поставь. Наверное, да. Наверное, и присоску да. Туда же, как бы, она упадет. Ну... Хоп! Ну, сами... Мотор надо убрать, вместо мотора тупо присоску поставить. Нет, свинью оставить. Вот так вот, да. Вот так вот, давай, вперед. Ну, как бы она недолго, но доедет. Не дай ей. Пипец. Они все предусмотрели, гады. Даже свинью. Так вот. Тут тяга появится. Ну что она не падает? Что не падает? Ну видишь, застряла. Что-то застряло, да? Ну-ка, вот так. Хопа! Подожди. Подожди, ты сейчас разобьешься. А, это Саня, было установить. Блин, надо было чуть-чуть это ее притормозить. А? Ну. Thank you.
Нет, это не то. Что-то никак. До сих пор этот уровень не прошел? Нет. А ты гонишь? Ты же тогда практически прошел. Я что-то повиял. Я надеюсь, я поменяю, но... Не-не-не. Сейчас будет. Опа! Да ну? Ну не было ж такого. Не было? Да не, все нормально, нормально, нормально. Зачем, Саня? Сейчас, да ты гонишь. Ой, что-то мотоцикл. Блин, Саня, не надо так делать назад. Верни, как было. Так? Да. Уже это выигрышная ситуация. Зачем? Да не надо. Ну что? Дай на секунду, на секунду. На секунду не дам. О! Блин, ну что ты это делаешь? Творишь? Выигрышная ситуация была. Двигатель меняет с этим. Со свиньей, все. Это... Потихоньку, помаленьку, да. Стоять. Давай. Ну, блин. Свинья отвалилась. Ну ты заезжал. Причем надо заехать, потом отключить. Ну да. Ну блин, она же заезжала до этого. Сука, свинья отваливается. Ну а так оно точно свалится. Я посмотрю. Нет? Нет, это не вариант. Нет. Это вообще неустойчивая херня. Да ну тут просто. Это стопудово. Вещи. Нет. Вещи. Ну, блин, сука, ну почему вот это не падает? Ну вот такая вот, видишь, парадокс. Должна, блин, падать, типа. Так, может так упадет. Нет, не упадет. Да что ты будешь делать, а? Вот, вот. Не падай, да все. Должна упасть. Да-да-да. Не хочет и все. Вот ты сука, а? О-хо-хо-хо-хо. Нет. Что-то мы застряли на этом рот. Давай я с двух этих попыток пройду. Нет. Я тебе серьезно говорю. Вот так надо. Нет. Я тебе правду говорю. Ты уже при мне проходил практически. Так что ты делаешь? Забыл. О, вот это да. А. Нет? Чего ты
Замечательно. Хоп. Да короче, смотри, ёлки-палки. Сейчас он прилипнет. Сейчас он прилипнет, да. Во! Во! Вот это да! Вот оно! Вот это оно! Но, ну ты перестарался! Перестарался? Так, сейчас. Сейчас. Давай, давай, давай. Аккуратно. Хоп! Стоять! Нет. Стоять! Ай, ну тут же, блин, я не знаю. Ну, тут, по идее, безвыигрышная ситуация. Ты должен пройти. Сильно не гони. Вот это вот идеальный вариант. А как ты сейчас спустился? Не знаю, как-то он упал. После этого как-то упал у меня. То же самое, я же ничего не менял. Но... Как он упал? А, вот. Оп! Стоять! Ну ты чё? Сейчас. Чё не падает-то?
О, блин. Конец. Ага. Вообще непонятно, зачем он будет. И двигателя нету, да? Вообще не едет. А по это скоро умеешь посмотреть? Где финиш? Ага. Где? А, короче, тут надо... Чтобы долбануть, так перелететь, перекувыркнуться и это. Yes. Не получится. Надо это. Вместо вот этого первого колеса поставить вот эти две перчатки. Вот, кстати, да, вы заранее. Опа! Эй, застрял что-то. Раздели. Перчатку чуть-чуть отодвинь. Не. Да. Ну попробуй, может быть, на канале. Сосорвешься. Перчатка надо было. Давай. Сейчас давай. Да что там? Подожди, давай подумаем. Короче, нужно соблюсти именно баланс. Я понял. Давай я покажу. Хорошо, куда прилететь? Подожди, что-то я не то сделал, да? Ой! Мы это пишем? Да, мы пишем. Пишем. Ну! Давай. Потому что это петля какая-то есть.
Нет. Ну подожди. Ставим сюда свинью, ставим эту. Там? Японский магнитофон. Ой-ой-ой. Да, если выкинуть. О, потянуло. Все. Финиш. Ой-бай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну! Врубай. Во! Ура! Шайтан. Хоть одну. Хоть одну, но взяли. Ну, на самом деле, уровень был такой непростой. Функция чего-то. Да ну это жесткий, конечно, это. Бэт Пинкс. Что, прошел что ли этот турнир? Нифига. Да ну. Подожди, что надо сделать? Надо ехать. Да куда? До конца. Ну покажи. Ну блин, да тут 90, ёлки-палки. Ты сейчас проезжаешь, перепрыгиваешь, все. Тут движ без этих надо, вот без звезды. В смысле? Без пипок. Ну вообще, реально проехать? А тут колеса нету как. Ну давай. Ну-ка еще раз. Да подожди. Да погоди, тут, короче, да сейчас есть. Я вот так вот. Да я. Да подожди. На. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Опа! Опа! А свинья вывалялся. Смотри, прикол. Давай я тебе покажу. Круче всего. Тут можно просто одну свинью оставить. Слушай. Она упадет, скатится и докатится до финиша. Думаешь? Ну, можно и так сделать. Я... Были такие уровни, серьезно. Да? Нет. Хотя, может, и докатится. Ай, сучка. Чуть повыше ее просто надо поднять, чтобы она инерцию набрала. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Да не, да что тут, да? Подскочить ей надо еще. Подожди, смотри, не согласен. Сюда ее поставь в угол. В угол? Да. Не, ниже, 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 ниже. Самый низ. Вот сюда. Мне кажется, проканает. Нет. Ну, сука, ящик не дает. Не дает, надо ей подскочить еще. Ей бы еще подскочить. Блин. Ой, нет. Ну, все ж так просто на самом деле.
Ага. Не-не-не. Думай. Думай, думай, думай. Ну, можно повыше одну свинью оставить. Она как бы инерцию наберет. Надо это все брать. Не, это поможет там. Опа! Хоп! Ну, тут как бы вот этот косяк. Как его обойти? А, Саня. Сейчас посмотрим. Ну вот как бы да, ты сейчас свинью долбанешь, ну да. Ну в принципе это то же самое. Она сейчас как бы затормозится. Так там неплохо набирает. Тут ей не хватает. Короче, доля везения нужна, я не знаю. Уровень на самом деле простой. Опа! Может быть. Может быть что-то. Ну-ка. Опа, 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 да ну. Вообще белые сдыха. Ну это круто. Это вообще мастерство. Да, ну это простая. Ну вот видишь, тут как бы такие уровни непонятные. Они в это заблуждение на самом деле вводят. Ну это что за хрень-то? Что-то я такое не видел. А я сам не знаю, что это такое. Что за пушка? Ты же сказал, всю игру прошел. Такую не видел еще. О, да. А, так она еще отдельно идет. Так, попробуем что-то на фигне. О, ага, это типа это. Соска. Лебедка. Тогда ее вперед надо ставить. Ага. Это лебедка у нас. Лебедка, лебедка. Ну, попала. О, нифига. И все, что ли? Круто. Подожди, а ты чё? Чё ты? Ну ты, да, раздвинь, посмотри. Ты уже сразу строишь. А, да тут херня. Да наверх надо подняться. Типа включить и выключить резко. Давай, включай. Вот. Нормально. Ну ладно. Так, тебе надо вот так вот объехать, да, так понимаю? Правильно? Да. Туда ты не проедешь. Да ты не проедешь. Как ты туда проедешь? Сань, посмотрим. Это нереально. Реально. Ага. А нет, ничего. А что туда? Так надо вниз ее как-то направить. Если вниз попробовать, она как раз бац, чуть-чуть тебя продвинет. Попробуй. Сейчас посмотрим. Не, все правильно. Но ты меня не понял. Она на том же месте, только внизу. Ага. Сейчас, погоди. Хоп! Хоп! Эй! Чуть-чуть не успел.
Ну, чуть-чуть. Нормально, кстати, было. Опа! Да, кстати, нет, да. Не пошло. Нет? Не пошло что-то. Ну, дождал. Короче, смести ее это. Да, на центр. На центре, ну. Все будет нормально. Угол тоже сделать тоже. Сейчас. Ну, да, да, да. Сейчас. Стоять чуть-чуть. Да что ты? Что что-то? Ну почти. Нет. Да как так? Саня! Да что-то тут, что-то не то. Сейчас просто. Сейчас это. Снова! Раньше надо было. Валилось колесо. Оп! Поехали! Поехали, поехали, поехали! Вовремя только остановись, чтобы не перескочить. Опа! Круто! Ладно. Ну вот видишь. Все же просто. Да это вообще херня. Да херня, тут ничего нету. А, ну бутылки обычные что ли? Это ерунда вообще полная. Это самая опасная бутылка обычная. Чем мне опасно? Не доехал, видишь? А если две направить? Можно одну направить, чтобы ты как бы тарты собрал на танке по сборке. Ну это, конечно, самое легкое, самое крутое. Ладно. Так, а тут скатиться вообще надо. Поросёночек, давай скатывайся. Жди, смысл скатить. А вот так. Да ну. Опа! Ты всё что ли? Всё. Ну это что-то как-то непонятно. Уронил Машу, блин, то сложнее, да? А, тут дым сюда надо съехать. Попробуй просто одну свинью отправить. А? Да, попробую. Да нет, ты меня не понял. Сейчас она отправится куда надо.
и назад. А нафига бутылки тебе? Не знаю, надо так. Да можно было вопросы свои, без ничего, без всяких. Докатилось же. Да это понятно. Тупо свинью отправить и все, она бы докатилась бы. Так, я по свинью попробую. Это где? А, ну тут она, видишь, в карман попала. Закатывается. Тут без вариантов, да. Тут ей надо какую-то штуку сделать. Вот такую. Шайтан. Автомат. Хоп! Хопа! Нет, это не то. Тоже не то. Вот если вот так вот. Типа такой штуки. Ну можно даже попроще было сделать бы. В другую сторону надо ее отправить. Вот. Ну а нет, пойдет. Пойдет. Провалится. Провалится, черт. Хова! Ну, давай. Эй, сука. Докатилось. А как доехать? Доехать надо вот так. Нет, сейчас посмотрим. Нет, карманчик упал. Да по идее, как бы, ну типа того, что ты делаешь, да. Хоп. Сейчас она. Хоп. Нет, что-то не то. Что-то не то. Не хватает инерции. Нет, смотри, Сань, по-другому. Свинью составил. Три колеса даже. Ну нихера. Давай. Ай, две этих. Ну ты чё? Для облегчения. Давай. Ну нихера. Хоп. Хоп, хоп. Ай, застряло. Да это смысла не имеет. Хоп. Ну как бы да. Нет. А если просто свинью отправить? Можно продать. Нет, просто свинья вряд ли продать. Сюда ее поставить вверх. Сверх. Ага. Вот сюда в карман повалится. Ну. Надо нет. Надо ее газануть. Ну, можно просто, да, вот так вот отправить, она полетится. И да, можно даже без колеса. Я тебе скажу, ты на правильном пути, но не совсем. О, вот это. Оно. Ну, в принципе, оно, но это изначально можно было похоже построить. Ова! Вот и финиш. Ну, поехали. Ну,
тупо. А да же серьезнее. А куда надо заехать? А вот туда. То есть вот так, вот так, вот так, потом вот так. Нихера. А двигана есть? Есть один. А даже два двигателя. Опа! А, все. Ну что, типа она сама проедет? А? Эх, сука, в конце не хватает чуть-чуть. Не отключил ты? Да, отключил. Ну ладно. Ну вот, видишь, а ты говорил. Оказывается. Внизу должна быть. Внизу? Да ёлки-палки. Да нет. Все нормально. Вообще ты меня не понял. Правильно все. Ну а сейчас типа повыше поднять, она разгонится. Еще раз поднимай. Все. Ну, до ящика можно поднять, она. А ей сейчас. Запнется. А я? Давай, 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 давай! Да, да, да. Ну как бы это круто, конечно. Можно было попробовать так. Тут игра на самом деле очень такая. Не знаю. А? Реально интересная мне, если понимать, что это. О, то вообще две клеточки. Тут этих нету. Оно, видишь, заблуждение будет. Пиздец. Шайтан какой-то вообще. А нет других вариантов. Ну пробуй. Ну это покрепче. Блять. Повыше попробуй. Вверх. Как повыше-то? Не вверх, но куда? А, вверх. О! Хоп! Хоп, 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 хоп. Да ну, ну вот видишь, круто. Физика. Знаешь, без этой. Без звезды. Ну-ка, сейчас попробуем. Мы без звезды пойдем. Да блин, тут не получится. Надо повыше его поднять вверх. Она как бы так, раз маятником качнется. Вверх. Вверх она не поднимается. Во, вот так вот, да. Отпускай. О! Хоп! Хоп! Во! Yes! Круто! Так, здесь надо как-то этот трамплин преодолеть. Либо на этом камне. А, нет. Ну, в принципе, то же самое. На укос сделай эту липучку. О, только. Вот, блядь. Да ёптить. Вот так, да-да-да. Ага. Шайтан. А, она, видишь, не припает. Да ну.
А, подожди. Наверх, на крышу свиньи. На крышу свиньи ее можно. Вот так вот. Ну блин, ты расшири ее, пошире сделай телегу. А пошире как? А вон еще у тебя в запасе осталось. А, еще одна есть. Ага. Зачем ты отпустил? Сам виноват. Ты зацепился, конечно, она бы ее подтянула. Вот, блин. Понял. Надо было отпускать, да. Да, сейчас. Во! Ебана. Ничего себе. Вот алкашня, блядь. Проходит до пункта. Я говорю, у меня ребенок ее проходит, блядь. Да как так? Ну так. Что-то там сочиняет. Надо, наверное, так же вверху, она заверх ее цепанет. Бабанет. Тут же обычная физика, я тоже вначале думал. Блин, игра детская, а хрен-то там. На самом деле тут очень много интересных моментов. Да. Инженерных именно. Да. А он все распрял. Эти сута. Наши собрать на себя. Да дрыхнул же, ты че? Что-то противоречит, смотрит. Смотрит? Ну, я включу. Хола! Ну зачем ты так сделал? А что надо было? Куда доехать? О. Бросит сверху, что ли? Да. Это как бы это... Ерунда. Наклон. Надо было взять. Наклони, вот так, да. А вперед? Угу. Фиг. Ну, как вариант, можно чуть-чуть назад. Какое это положение? Да что ты? Отцепалась. Повыше ее подними, чтобы у нас сальку прокрутила. Сейчас докатится. Нет, не докатится. Не даст. Давай, чтобы салька была. Давай. А что ты, блядь? Можно и так, можно и по-другому. Да что ты такое? Раз, сальто и все. Вверх, что ли? Ну, конечно. Да вверх, да как ты делал до этого? Давай. Сильнее. Ну или так, все, пойдет. Круто.
Разогнаться, я советую. Да нет, смысл тут, да, мотор вверх поставил. Мне кажется, это не поможет. Не, Саня. Сейчас поставим. А, тут вот. Вот эта херня должна быть сверху вообще. Впереди. Да нет. Не прокатит. Не прокатит. Я тебе говорю, не прокатит. Давай. Нет. Стой. Хова! А, блин, надо спускать. Да ну. Мне тебе повезло. Такого не должно было быть. А оно сделалось. Это нереально. Ну тут как бы строишь, подтягиваешься и дальше там пойди, едешь, ничего поздно. Чок. Подтягиваешься. Сейчас. Два движка. Нет. Оба. Надо было сюда потянуться и вверх. Ты лишнего поехал. Видишь? Застрял. Надо вверху поставить, а то пружину гребет. Ну, а движок тут оставь. Движок оставь. Угу. Отцепляй. А, ну понял. Направь его, как бы так. Блин. Блин. А? Да, открывай. Что ты творишь? Что надо? Направление смени. Ну или так попробуй, я не знаю. Вот. О! Вот это то, что надо. Что-то промазал что-то. Опа! Кстати, да, можно так перекнуться. Вот! Отпускай! Ааа, я успел! Сейчас, еще раз. Во, сейчас даешь. Стоять! Ну что ты сделал? Что, движок остановить надо? Ну, конечно. Так, сейчас, еще раз. Так, еще раз. Но уже не вовремя. Отпускай. Так, стопы, стопы. Ну чё? Да ты чё, ёлки-палки? Рано. Попробуй переставь эту херню. Да, для себя усложнение. Сюда, да. Нет, ты угол сделай нормально. А угол? Угол, да, да. Во. Да, да, да. Игрушка, врубай. Итак, мы продолжаем свой стрим с игры Bad Piggies. Под пивко. Под пивко все легко, как говорится. Поехали. Опа. А что тут надо делать-то? Доехать до финиша. Да, ну это же элементарно. Ну это как бы легко, а ты какой-то это уровень. А, я понял, выбрал. Я выбрал второй уровень. Сейчас посмотрим. Так. А что, не расширяется? Подожди, тут можно, в принципе, расширить, наверное. Альтин продолжал нажать. Вот. Записываем.
Хоп. А что сделать-то надо? Не знаю, доехать до конца. Не, ну это понятно, тут же скролл, нужно мышки уменьшить. Да это что-то вообще-то хрень какую-то сделал. Так, так. Вот так. Ага, попади в ячейку. Попади в ячейку. Поехали. О, нифига. Опа, шайтан, на двух поедем. О, смотри. Не-не-не. Короче, тут надо чуть двинуться, она по инерции скатится, а потом подняться. Ну, так-то все нормально. Отключай. Надо было отключить, Саня. Ну, не, не, сейчас поедем, поедем. Да ну, нихера себе, ты крутой. Да ёпки, а ты чё то, шайтан. Это жесть, нихера себе. Это круто было. Я в Бэппингс, я чемпион. Ты даже сальто провернул, ни хрена. Оп, оп. Поехали. Ты в курсе, что тут это... Баланс надо учитывать все дела. Какой нахуй баланс? Ну как? Хоп, хоп. Поехали. Ты что, тут физика натуральная? Да это понятно. Что, тянет, да? Там где-то мотор какой-то, это электрический, слабоватый. Нормальный мотор. Сейчас тут заглохнет. Опа! Поехали. Еще все подарки собрал. Ни хрена. Все. Круто. Ай там. Не ребенок даже. Ну ты чё? 5 лет проходит это все. Да. Ну тут-то жестко. А что за хрень-то? Ну ты, короче, можешь... Подпрыгнуть? Ударить, да. Ну ее надо как бы это, ставить. Нормальное русло. Да, короче, что надо сделать? Вначале посмотри с куролом, отодвинь. Пофиг, что надо сделать. Вот она так не поедет. Поедет. Не поедет, я тебе говорю. Она так не... Надо Ова. Было, чтобы она от стенки отбилась, туда по инерции покатилась. Понял, понял. Сейчас сделаем. Поверни ее. Как это? Вот. О. Вот так вот, да. Вот. Я вобил. Ну 3 секунды было. Ну ладно. Так, 5 секунд. Вообще по ступенькам. Бэппинг, я чемпион. О, 3 звезды, нифига себе. Так, чё тут? Хуяк-хуяк. Как ты чё, хомяк? Я заработал. Сейчас я смогу. Я смогу. Опа! Ну и что тут надо было сделать? А что тут хрен? Ну ты это скроллом отдалишь. Да это что-то жесть какая-то. А, надо было вверх туда подлететь. Сейчас, еще раз. А как вверх подлететь? Ну подожди. Короче, свинью ставь. Ну либо так, да-да-да-да-да. Сейчас, давай-давай-давай. Во! Опа! Три звезды, пойди. Я. Молодец, круто. Да, точно. Ну что-то шайтан какой-то вообще.
10 этих аж. Нет, ты вначале посмотри задание. Скроллом удаляешь, куда надо приехать. Мышку можно пролистнуть. Просто проехать. Это херня, главное оттолкнуться от стены, а потом все, она сама это доедет. Ну, блин, я не знаю. А, еще какой-то карапуца мелко. Ну, может быть. Да все, как бы, этого хватит, я думаю. Ну, попробуй. Ну, в принципе, все. Да докатишься, да докатишься. Понятно, что это случилось. Да, ну что это? Три звезды здесь. Да, ну две точно взял, мне кажется. Да. Да. Так, ты что решил там? Подкован в этой игре. Ёптич, ты что? Я прошел почти. Ну как прошел, серьезно что ли? Почти. Я в эти уровни, кстати, не играл. Я тоже. Но я систему понял, что поросенка надо довести до конца. Не, ну это цель. Но... Ну а как бы система-то и система. Да это и херня. Не получится. Поехали! Хопа! Надо было вначале посмотреть, что там сделать. Похрен, что сделать. Да ты сейчас по кругу будешь, блядь, по кругу это мотаться. Ага. Ой. Поехали. Нет. Короче. О, туда надо. Короче, о, блин. Надо. А, смотри, короче, прикол. Надо сделать, чтобы ты ебанул. Упал. Да. Под низ. Место. Смотри. Нет. Сейчас нет. Я сделаю. Нет, ты сейчас ничего не сделаешь, смотри. Не сделаешь ты ничего. А, вниз надо. Да. О. Ну это тебе повезло. Хоть одна звезда, но есть. Тебе просто тупо повезло. Так, ты что? Что-то шайтан какой-то опять. Что, напирочется, а? И повезло. Напирочется. О! Все, напирочется. О! Только что это? Это какая-то жесткая. Какая-то жесткая вообще. Я не понимаю, что ты хочешь построить. Не знаю, что ты построишься. Тут я хоп, хоп, ага. Я чё? А чё, куда это дали? Да их не должно. Ну ты это отдали. Поехали. Чё? Да он вперёд едет у тебя, блин. Чё-то там мужик прям свинку тупо включил. В смысле? Прямом. Ты провалишься. Не туда. Ой, короче, давай я пройду за турель легко. А что такое? Ох ты. Надо оттолкнуться от той этой. От того ящика. От стены вот от этой. Да. Вот эту руку.
поменять. Не так. А как? Вот так вот. Только вот сюда ее поставь. Не, ну вот так сделай. Ага. И, ну, как бы по идее, да. А куда? Где финиш-то? Там. Блин. Изначально не так надо было сделать. О! Вот, поехали! Да. Поехали! Да ну, да ты все сейчас разбил. Я сейчас пройду. Не-не-не. Нет? Надо колеса туда еще пиндюрить. Вот эти вот колеса вставь. А, колеса. Точно. Сейчас удар рукой. А, это. Оба! Стопы! О! Да ну. Что, пойду что ли? А где финиш? Там где-то. О! Пошел? Круто. Понял, две звезды. Казалось бы. Чё? Что сорок? Что так взлетелся, ну? Ты, короче, по методу упрощения, да, идешь? Да. Вот, видишь, он потихоньку уйдет. А что там свалить? Да. Оп! Оба! У нас схватился. А, здесь, сука, схватился. Не хватает ему. А надо туда прилететь? Туда перелететь надо еще. Двигатель ставь. Нет, фигня. Сейчас посмотрю. Может, не фигня? Хоп! Снова! Фигня это все. Хоп! Нет. Он больше разгон. Двиган ставь. А свинью меняй на двигатель, и она тогда это... Блин. О! Вот это то, что надо. Нет. На семь. Нет, зачем? Просто свинью меняем на двигатель, и свинью куда-нибудь в бок, как бы. А колесо вообще-то можно, я не знаю. Ну, это надо как бы, да, посередине, слушай, делать. Да, да, да. Честно, сейчас баланса нету, она может туда-сюда качаться. Ну,
можно вот так делать. Оп. Оп. Ну, это вот эта херня такая. Ну, типа... Да, посмотрим. Может быть. Вам слышно, охуительно. Она сейчас вверх поедет. А, она не туда поедет. А, видишь, у тебя уже отвалилось. Двигатель, короче, не туда пошел. Да ну. О! Блять, он назад не скатится. Да как так? Не скатится. Ну! Есть! Катился, да? Ну, уровень такой, тяжеловатый. Спать ты не хочешь? Не знаю. Не знаю. Сейчас пока походил. Нет, ты смотри, если спать хочешь. А ты? Да я-то нет. Так, ну что, стороны, может быть, это вверх слайд. Я сплю, когда мы едем туда, на место. Я на заднем сиденье сижу. А Саня что, спинку сидит? Да? Отпускай. Ну, там можно было спрыгнуть, по идее. Сейчас попробуем спрыгнуть. Ну, как бы... Куда надо-то? Чуть-чуть раскачаться и... А, вот туда. Ну подожди, ты что, на горе? Уже не выйдет, нет, не увидишь. Может быть, двигатель. На самом деле тут как бы... Оп! А, вот в этом моменте. Все, понял. Сейчас. Оп! Да, блин. Нет. Попробуй двигатель переставить. Вот сюда, а? Ты сразу разница почувствуешь. Нет, я немного развернулся. Поменяй местами свинью с двигателем. Может быть, тоже повлияет довольно-таки сильно. Двигатель тяжелый, как бы раскачает ее. Ну что ты... Да, блядь, что-то я не попал. Так, сейчас. Вот! Да... Так а ты что-то зачем ты его туда дернул-то, а? Сейчас. Там дернул. Надо бы... Да. Вот она. Как говорится, видишь. Главное не машина, а водитель. Три звезды. Пожалуйста. Пожалуйста. Это круто, конечно. Три звезды. Ой, это что-то шайтан какой-то. Тут что, с присосками надо делать. Сейчас я, блядь, замучу его. Да и что тут? Че он завис-то? Че он не падает? Че он не падает-то вниз? Он не будет тебе падать. А че он не падает? На лову. Все поломается. Поломается. Сейчас его задрочу, он упадет. Зря. Мне кажется, все гораздо проще. Куда надо приехать? Слышь, с присосками по-любому надо. Ну и ладно. Одна, вторая, одна присоска сверху, одна, вторая снизу где-нибудь. Вот так вот.
Чего не падает там, блядь? Свинью вместо мотора поставь. Наверное, да. Наверное, и присоску да. Туда же, как бы, она упадет. Ну... Хоп! Ну, сами... Я. Мотор надо убрать, вместо мотора тупо присоску поставить. Нет, свинью оставить. Вот так вот, да. Вот так вот давай вперед. Ну как бы она недолго, но доедет. Ну доедет. Нету что ли, да? Пипец. Они все предусмотрели, гады. Даже свинью. Так вот, вот. Тяга появится. Ну что она не падает, блин? Что не падает? Ну, ну видишь, застряла. Что-то застряла, да? Ну как так? Хопа! О, да. Подожди, 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 ты сейчас разобьешься. А, это Саня, было остановить. Блин, надо было чуть-чуть это ее. Придется тормозить. Ну. Прошел? Нет. А ты гонишь? Ты же тогда практически прошел. Я что-то повиял. Я надеюсь, я тебя поменяю.